Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. С вами Хоакин, и сегодня мы, ребят, поиграем в демоверсию нового хоррора под названием Эбола Вилледжи. Ребят, я сразу хочу поблагодарить разработчика за ключик от этой демки и сказать следующее. Эта демоверсия будет бесплатной и доступна всем желающим в нее поиграть с 19 июня. Ну а мы начинаем играть и смотреть эту демку. Ну что ж, погнали! Так, мы возвращаемся в студию с экстренным выпуском новостей. Вопиющая трагедия в США, штате Калифорния. Вследствие аварии произошла утечка нового опасного штампа вируса Эбола. По словам одного из бывших сотрудников, к этому причастна Всемирная фармацевтическая корпорация «Паника». В целях безопасности мы не можем разглашать личные данные. Вирус распространяется с огромной скоростью и уже обнаружен в других странах. Болезнь проявляет себя высокой температурой, тошнотой, кровотечением, кожным воспалением и затрудненным дыханием. Инцидент вспышки вируса также был зафиксирован в международном аэропорту Жуковский. Врачи настаивают на повышенных мерах предосторожности. Если вы обнаружили странные симптомы у себя или у своих близких, сообщайте об этом по единому номеру экстренной помощи 001. Обязательно оставляйте свои данные. Просим вас сохранять спокойствие. Рекомендуем запастись всем необходимым и оставаться дома. Будем следить за развитием ситуации и своевременно вас информировать. С вами была ведущая новостей канала ЦРТ Татьяна Васильева. Благодарим за внимание. До свидания. Что за пиздец? Сегодня вроде не 1 апреля. Последние 3 года творится полное дерьмо. Иногда мне кажется, что я сплю. Нужно позвонить маме. Да, ребят, довольно колоритная героиня. Окей, давайте осматриваться. Наши цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи. Но судя по новостям, да, идет какая-то дичь происходит. И наша героиня говорит, надо позвонить вообще маме. Да, вот такие вот пейзажи. Давайте осмотримся. Дома, конечно, у нее вообще такой срач страшный. Инвентарь. Ну а я думал, что мы возьмем какие-то шмотки, чтобы, скажем так, одеть нашу героиню. Ладно. Что тут еще полезного есть? Обручальное кольцо. Ее обручальное кольцо. Так, 14 марта 2023 года. Как надоели эти постоянные скандалы. В последнее время мы с Русланом как кошка с собакой. 19 июня 2023 года. Мое терпение на исходе. Сегодня мы сильно поругались. Видимо, Руслан мириться не намерен. 12 июля 2023 года. Руслан решил подать на развод. Вот сволочь. 25 июля 2023 года. Решил оставить все Руслану. Судиться за имущество не хочу. 28 августа 2023 года. Я в тяжелой депрессии. Это старая бабушкина квартира, которая нуждается в ремонте. Ну вот такая вот хронология, да? Наша героиня в разводе. Это старая бабушкина квартира. Хотя походит на какой-то домик в деревне. И теперь понятно, почему все так плачевно здесь. И в каком состоянии находится наша героиня, да. Она в депрессии. Так, ладно. Что еще тут есть? Моя одежда. Одень ее. Не хочешь? Нет. Так, там что-то еще есть. Нет? А, это в другой комнате. Тут ничего больше нету, да, такого интересного. Вроде бы нет. Свеча горит. Для чего? У нее же вон лампочки есть. Ладно. Кстати, там что-то еще. Картина какая-то интересная, нет? Угу. Ладно. Дальше.
Нет, ничего не сделаешь здесь. А это что такое там все? А, в той комнате, да? Ясно, ясно, ясно. Ясно, ясно. Так, дверь мы пока выходить не собираемся. Мы собираемся осмотреться. Да, мне не помешало бы сделать здесь генеральную уборку. Не то слово. Не то слово. Блокнот. Разные телефонные номера. А, наверное, с помощью этого блокнота мы должны позвонить куда-то. Что еще тут интересного есть? Ну, больше ничего, ребят. Их не фотографии. Якобы семейные, да? Так, ладно. А вот и книжка. Выберите предмет. Ну, блокнот. Ага, вот. Алло, блин, мама, бери же трубку. Придется самой ехать в село Поповка. Ну да, давай съездим, проверим мамку, да? А что еще нужно было сделать здесь? Мне одеться? Нужно одеться и найти ключи от машины. Ну, в этой квартире это сделать будет крайне тяжело. Очень крайне тяжело. Хотя шмотки-то мы знаем, где находятся. Совсем другое дело. Кстати, у нее револьвер. Мне показалось, что у нее пушка с собой. Но вот ключи где найти, я, блин, даже не знаю. В этом хламе вряд ли их найдешь. Кольцо будем брать, нет? Нет, кольцо набрать не хочет. Никак. А вот ключи где лежат, вот это другой вопрос. А вот и ключи. Почему их сразу их не увидел? Ну, возможно, они просто не отображались. Бетонные кольца? Отлично. Бензин на нуле. Вообще вовремя. Как синий. Ну там что-то перегородило нам дорогу. Да, вон эти бетонные кольца. Так, и смотрите. Нам уже дают патроны. Ну вроде бы у него был пистолет, нет? Или мне показалось? Ладно, давайте сразу все осмотрим. Это там барчик. Трава. Крапива. В молодой крапиве много полезных веществ. Она обладает общеукрепляющим, тонизирующим, противовоспалительными, бактерицидным, антисептическим и многими другими свойствами. Восстановит 40% здоровья. Но мы знаем эту траву по классике игр. Особенно по Resident Evil. Трава всегда там спасала нам жизнь. Ладно, давайте посмотрим. А здесь, ребят, кстати, кровь и труп. Голый мужик. Что-то у него там. Пушка. Так, ну-ка возьмем. Пистолет Кольт М1911. Участковый был любителем американского оружия. Кольты модели 1911 года использовались и в царской России, в полиции и жандармском корпусе. В годы Первой мировой войны М1911 был популярен у офицерского состава. Продавались для России через Великобританию. Дорогие, наверное, были. Но и тут записка еще. Возбуждение дел об административных правонарушениях, осуществляемых участковыми уполномоченными милиции. Боря зашел с ума и съел свою жену. А самогон полностью высушил его мозг. При задержании Борис укусил меня за руку. Порвал мне одежду, он совсем зашел с ума. Его не остановил даже выстрел в колено. Боре пришлось привязать к трубе. Борис стал биться головой об угол подоконника, пока мясо и кожа не слезли с головы, оставив на лице кровавое месиво. Я пытался позвонить в город, чтобы вызвать подкрепление, но трубку никто не брал. Мне стало очень плохо. Пот лился ручьем и тошнота. Кто-то опять затеял в деревне драку. На улице послышались крики. Мой долг пойти туда и разнять их. Ну, короче, смотрите, он его заразил, Боря.
своим укусом. Раз у него пошел пот и появились признаки тошноты. Но я не знаю, дошел ли он там, разнял кого в деревне. Но суть в том, что его уже кто-то покушал. Зачем у него сняли одежду, это непонятно. Кругом сигареты валяются, кстати, еще. Какого черта? Там кто-то есть, походу. Так, что у нас с пушкой? Так, а как ее взять? Куда перетащить? Объединить. Исследовать. Как взять пушку? Непонятно. Так, подождите. Там кто-то идет, но я не могу никак взять пушку. Вот, тройка. Ясно. Неудобно, конечно. Ну ладно. Сколько у нас патронов? Конечно. Но там кто-то кричал. Будем начеку. И какая-то записка еще. Уведомление. В связи с нарушением сроков оплаты электроэнергии. Давайте так возьмем. Уведомление. В связи с нарушением сроков оплаты электроэнергии вам необходимо принять срочные меры по погашению долга, в том числе за май 2023 года, в размере 231 824 рубля 59 копеек до 27 июня 2023 года. В противном случае на основании статьи вам отключат электроэнергию. Директор Бабайкин. Бабайкин. Ясно. А там, кстати, кто-то стоит, походу. Нет? Мне показалось. Так, ну, в принципе, все, да? Мы осмотрели. Флаг России еще там развивается. Окей. Ох ты! Тварь! Это ты, тварь? Так, стоять, стоять. Сколько я у него патронов истратил? Тварюга! Блин, я вам сопротивляться не могу никак. Спокойно, 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 подруга. Так, у нас есть аптечка. Использовать, использовать, использовать. Вот. Вырежите яйки. Отлично. Это твоя была моя одежда. Я повредила ногу об стекло. Нужно срочно перевязать рану. В этом доме наверняка есть бинт. Так, я не понял, где я оказался. В этом доме бинт. А где та тварь-то, которую я убил? Вот она. Так быстро касцена нас перебросила. Другую локацию, ладно. Что по патронам? 12 патронов, нормально. Почти 7-8 патронов у меня ушло на него. Хотя я стрелял в голову. Что? Как попасть в этот дом? Ковер. Уличный ковер, чтобы вытирать ноги. Ключ от заброшенного дома. Круто. Очень по-американски, кстати. Фильм даже показывает, что американцы часто ложат вот ключик под ковер. Еще бы знать, где сохраняться. Звуки неприятные очень. Почему ты убрала пистолет? Кровавые следы. Ага, сохранится. Окей. Ничего нету. Смысла даже нет открывать было. Там дверь, я пока не открываю ее. Нож ручной работы. Нож Хантер, дамасская сталь. Ручная работа, окей. Трава. Что-то за той дверью. Патроны. Ну как кричат, а? Для дробовика. Вот это уже серьезное дело. Так, неохота открывать. А я не могу открыть дверь. Возможно, с другой стороны нужно открыть. Здесь. Да. Но мне кто-то мешает открыть дверь и не дают даже, смотрите, меня отталкивают.
Я и войти не могу. Тварь закрывает сама дверь. Короче, может, с другой стороны пройти можно будет? Здесь тоже нет, никак. А, вот он идет. Мужик, оденься, а. Ну нельзя же так ходить. Ну он меня вроде послушал, пошел в другом направлении. Слушай, бородатый, давай. Промахнулся. Стрелок от бога. Но у него вылезли глаза. Окей. Что с тобой не так? Крови много, да? Слышите, как что-то капает? Где-то что-то протекает. Ну, часы же так шумят. Еще патроны. Патронов очень много, это, конечно, приятно. Вот это серьезное оружие. Винчестер. Помповое гладкоствольное ружье с открытым курком и магазином в виде трубы. Участковый явно был фанат американского оружия. Так это его дом, что ли, участкового? Нет же. Так, а как мне взять? Блин, я аптечку использовал, да? Как переключить на дробовик? Не понимаю. Вот ножик. Вот пистолет. Можно уже как-то назначить кнопки здесь. Исследовать. Блин, вот, конечно, с оружием не совсем понятно, как использовать. Ну, вот так поставим, может быть, на однерку. Вот, все ясно теперь, как использовать. Короче, вот здесь надо просто вставлять оружие. Теперь ясно. Вот здесь выставляем оружие и можем использовать. Однерка, двойка, тройка. Да, интересно. Да, конечно, одежда немного не по размеру и какая-то детская. А. Но главное, что я обработала и перевязала Да, ни на кого не напоминает вам, ребята. Я думаю, все поняли, да? Одежда просто прям вообще, да. Класс. Класс, класс, класс. Но она, говорит, зато обработала рану. Я почему-то думал, что игра Эбола будет вида третьего лица, но нет. Уезжаю из деревни. Ох, прошло немало лет, я родился и рос в деревне Поповка 25 лет. Мои родители рано ушли на тот свет, поэтому было сложно, но я справился. К своим 25 годам удалось скопить приличную сумму. Благо, фриланс позволяет работать мне даже с деревни. И при этом иметь неплохую зарплату. Самое главное – хороший интернет. Моя работа позволяет работать мне из любой точки мира, поэтому я решил переехать в Европу. Последние события меня доконали. А продавать этот дом не буду, да и кому нужна эта рухлядь? Земля здесь стоит копейки. Ах да, для кого я это пишу? Честно сказать, не знаю. Но, скорее всего, рано или поздно кто-то зайдет в этот дом и прочитает мое письмо. Мне кажется, это довольно забавно. И да, мне пофиг на ошибки в тексте. У меня было три по-русскому. Саньора. Это у него долг-то был за квартиру там, за дом-то, но там за электроэнергию. Да, чувак, ну нормально. Блин, я думал, там кто-то есть, а это труба просто. Офигеть. Чего там труба идет, да? В доме. Ясно. Короче, мы взяли дробовичок, переоделись. Ну, по сути, да, мы перебинтовали свою рану. Теперь нам просто нужно выходить. Но там же была еще одна дверь. Или я чего-то не понимаю? Нет, наверное, что-то не то. Может, там за шкафом что-то у него есть, нет? Нифига. Короче, ладно, дверь не открывается. Вы, ребята, видели, я пытался сделать все возможное, нажимая, но она никак не хочет мне поддаваться. Тогда будем выходить. Ну что, твари, вешайтесь, у нас есть помповое ружье. Неудобно, конечно, почему оно постоянно убирается. Охренеть. Обходите ее сзади. Какие умные зомбаки. Раз. Два. Три. Они, главное, говорить умеют. Я думал, что вирус их окончательно доконал. Какой обед нахрен? Я тебе дам обед.
шустрые твари, конечно. Короче, нужно пробежаться пока, а то так, дело дрянь. Что по патронам у нас? Ну-ка, давай-ка объединить вот так вот сразу. Объединить. Да блин, подожди, что ты не объединяешь-то? Но. Объединить. Убирая ружье. Не хочет так объединять, короче, придется заряжать. Дело дрянь, но у нас есть дробовик, это радует. Конечно, можно было, наверное, убежать, но я хочу добить этих тварюк. Я здесь. Потанцуем. Обед. Ты сейчас будешь обедом. Поздравляю, вы прошли демо-версию игры. Друзья, если вам понравилась демо-версия, обязательно добавьте игру в список желаний. Это может поможет продвижению игры? То есть это все? Это вся демка? Не верю. Хочу еще пройтись посмотреть. Блин. Неужели такая короткая демка? К сожалению, да, ребят. По сути, мы здесь больше ничего делать и не можем. Очень коротенькая демка. По сути, да. Мы убили всех зомбаков. Записки мы все, которые были, прочитали. Хотя нет, вот еще были патроны здесь. Туда никак не пролезьте. А вот здесь, если пройти... Вот же, можно пройти. Я почему-то подумал, что все, демку прошли, нет. Здорово. Ладно, давайте посмотрим, что еще тут есть у нас. Колодцы. И септики. Септики. Ладно. Там что-то еще есть. Еще один дробовик. У меня же есть. Это другой. Машина вообще шикарная для милиции, конечно. Просто вещь. Так, а нельзя, да, взять? Почему-то нельзя взять. Трактор, трактор, так. Тут дорога у нас перегорожена. Никак не пройти. Ну, в принципе, как-то вот так вот, да? Записок тоже больше нету нигде. Короче, по сути, да. Видимо, на этом все. Демка действительно оказалась очень короткая. А ну что ж, ребят, прошли мы с вами эту демку и давайте подведем итоги. А, ребят, честно скажу, демка оказалась слишком короткая, поэтому я полностью не смог окунуться и прочувствовать всю атмосферу этой игры. Поэтому буду ждать с нетерпением самого релиза. Ну а как вам игра? Пишите в комментах, мне будет интересно почитать. Ну а с вами был Хоакин, подписывайтесь на мой игровой канал, ставьте лайк. Всем пока и до новых встреч. Пока-пока!